мероприятия, они очень нужны, и в первую очередь для информированности. Для инвалидов это обязательно. Я не знаю, как часто они проводятся, но когда человеку уделяешь внимание хотя бы вот такими мероприятиями, вовлекая их в такие вот процессы, это, как сказать, укрепляет человека, что его не забыли, что о нем помнят, что ему могут помочь.